Сегодня мы с вами разговариваем о болезнях винограда, покажу вам, как выглядят основные болезни и расскажу, что делать в тех или иных случаях. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. С нами выращивание винограда понятно и доступно. Итак, первая болезнь – это мельдью. Проявляется в виде желтых, как правило, пятен, потом покажу нюансы сверху. И самое простое, как понять, что это мельдью, переворачиваем лист на другую сторону. И видим здесь беленький, пушистый налет. Вот смотрите, здесь пятна более коричневые, вот на этом листике пятна более светлые. И здесь мы тоже видим белый пушистый налет. Если оно было подожжено препаратами, то будет пятно коричневое сверху, но здесь видите, ну, чуть-чуть беленькое еще есть, но обычно уже беленького не будет, будет просто коричневое. Смотрите, иногда мельдью может выглядеть нетипично в виде красных пятен. Вот я, честно говоря, тоже первый раз в жизни такое вижу. Это сортовая особенность. Вот это мы сейчас смотрим туран, настоящий туран, который агрия. Для него вот красная окраска характерна и осенью. И вот мельдью тоже будет проявляться вот так. Но всегда по мельдью, вот, переворачиваем лист. Но здесь, кстати, мельдью у нас подожженное. Вот, оно полностью прижглось препаратами, поэтому белого налета мы уже здесь не видим. А так будет белый пушистый налет. Увидели все, значит, диагностика понятна. Пятна могут быть не такие, а прямо сетчатые на целый лист, в зависимости от степени поражения. Но самое основное, я вам сказала, переворачиваем лист и смотрим. Теперь самое главное, что с этим делать? Ну, смотрите, вот здесь полностью подожжено, поэтому лист вот этот мы оставляем. Здесь мы прошлись препаратами, да, здесь все хорошо. И просто наблюдать, чтобы не появились новые очаги. Вот в данном случае можно ничего не сделать, мы уже все сделали. А вот в случае, как здесь, да, мы видим, что вот здесь белый налет, он активный, такие листья обязательно убираем. И в дальнейшем такие кусты мы обязательно чем-то обрабатываем. Если сроки нам позволяют, мы обрабатываем системным препаратом, в идеале еще и с лечащим эффектом, например, эфатол. Но я вам честно скажу, что пока по эффективности эфатола у меня нет конкретных отзывов, чтобы вам его рекомендовать. Я просто вам называю, что такие препараты есть. Можно поискать какие-то другие препараты в любом интернет-магазине. Можно весь этот список посмотреть. Если сроки не позволяют, мы можем пройтись контактным препаратом, например, той же меди, любыми препаратами меди, медный купорос, бордоская смесь, что-то там еще. Сейчас препаратов таких много. И также можно пройтись термофильным чаем. Но мы помним, что контактные препараты, они смываются. Термофильный чай, его действие тоже, оно не очень долгое. Вот такие вот вещи он очень хорошо прижигает, но все равно надо за этими заболеваниями следить и, конечно же, стараться проводить профилактику. Хотя вот этот сезон, как мы профилактику не проводили, все равно, к сожалению, мельдью на молодом приросте появляется. Ну, такие погоды, против них мы ничего не сделаем. Ну и, конечно же, да, вот молодой прирост, смотрите, вот это пасынок, да, вот эти листики заболели. Сейчас вот идет молодой прирост, его тоже надо защищать, иначе он заболеет. Если мы уже не хотим защищать, сейчас идет период окрашивания ягоды, то просто вот это все, вот так вот этот пасынок можно прищепить и убрать возможность появления инфекций. Следующая мучнистая роса. Значит, может быть на ягодах вот таким вот образом. Смотрите, налет этот, вот здесь я вам показываю серый, тоже он уже подожженный препаратами. Он может быть белый. Ну, мучнистую росу, я думаю, что большинство из вас знает. Значит, может быть на ягодах, может быть на лозе. На лозе вам показываю фотографию. В натуре мне негде показать. Да, вот так вот это выглядит. И еще может быть на листьях. Тоже фотографии, но это уже фотографии мои. Вот в садовом товариществе гуляла и сфотографировала. Это листья альфы. Вот так она выглядит, да, это для тех, кто думает, что альфа не болеет, очень даже болеет.
Вот так выглядит мучнистая роса. Ну, если она на листьях, она не приносит сильного вреда растению. Если она на ягоде, ну, во-первых, это эстетически некрасиво. Во-вторых, такая ягода будет трещать. И если вы заметили, например, бывает, что без налета, вы видите, что ягода, вот, кстати, покажу. Смотрите, ягода вот только окрашиваться начинает, тут еще трещать ничего не должно. Да, у нас вот раз, вот ягодка зелененькая взяла и треснула. Значит, это аидиум был. То есть везде, где вы видите зеленую треснутую ягоду, это 100% аидиум и ничего другого. Еще смотрите, вот косточка вылазит из зеленой ягодки. Варианта может быть два. Это может быть механическое повреждение, любое. Это может быть град, это может быть там от триммера, от косилки что-то летело. Либо так может проявляться и аидиум на ягоде. А садится аидиум только на зеленую ягоду. Как только ягода начинает окрашиваться, все, уже дальше аидиум не сядет. Но опять же, что делать? Первое, профилактические обработки, конечно же. Если мы увидели аидиум на ягоде, нам сроки позволяют еще поработать системными препаратами. Мы работаем системными препаратами, но не профилактическими, а с там, куративным и искореняющим действием. Касательно препаратов, что рекомендовать? Вот, даже мы свой виноградник обрабатывали Luna Tranquility, у которых прям все это действие должно быть. Но, тем не менее, вы видите поражение, да? Мы сроки соблюдали, все соблюдали, но вот некоторые единичные ягодки у нас повредились. Исходя из того, сколько этот препарат стоит, ну, есть к нему вопросы, честно говоря. И было у вас в отзывах, что прям сильно виноградник поболел, ягода, да, хотя обрабатывали и обрабатывали в сроки. Поэтому к этому препарату пока что есть вопрос. Хотя, не знаю, как другие, мы покупали в том месте, где подделок быть не должно, да, если уж там что-то не то, то где тогда покупать. Чем еще можно пройтись? Нашими любимыми препаратами серы, Теведжет, ПФК Лера, скалоидная сера. Все, что у вас есть под рукой, 4 дня, да, сбора урожая. По ПФК Лерасу сразу скажу, что он будет оставлять белые следы на ягоде, соответственно, потом ягоду моем. Но если кто-то на рынок работает, то, конечно, не очень хорошо, да, потому что теряется внешний вид. Еще пару слов касательно препарата Теведжет и срока до снятия урожая. Значит, смотрите, когда препарат проходит регистрацию в той или иной стране, да, то в каждой стране его отдельно испытывают. И где-то, например, обработали перед созреванием, через день проверили, отлично. А где-то обработали, вот так он попал, например, в схему обработок, а урожай сняли только через 30 дней, а может быть даже и через 60, и только тогда проверили, соответственно, и написали эти 60 дней тогда, когда проверяли. Поэтому не надо искать, что кто-то кого-то травит, там где-то какая-то правда, да. На сайте Syngenta.ru стоит один день, на сайте Syngenta.ua в Украине стоит 30 дней. Там просто проверяли по-разному. По Беларуси не скажу, потому что на сайте Syngenta.by сейчас препарата Теведжет нет вообще. Когда-то много лет назад мы им пользовались, ну и уж точно там было не 30 дней, а гораздо-гораздо меньше. В любом случае, если вы вдруг решите применить этот препарат на своем участке непосредственно перед созреванием за пару дней и в чем-то сомневаетесь, напоминаю еще раз, это препарат контактный. И помыть ягоду не составляет никакого труда. А касательно аидиума на лозе, чем плохо? Да, это то, что ну, лоза не очень хорошо будет вызревать и не очень здорово уходить на зиму. Плюс источник инфекции, то есть нам это не надо, поэтому все равно надо с этим бороться. Опять же, если у нас, например, мы уже сняли ягоду, да, либо вот обнаружили на лозе, сроки нам позволяют. Мы работаем с системными препаратами, с искореняющим действием. Если уже сроки не позволяют, опять же, препараты серы. И еще, смотрите, на вызревающую лозу, опять же, аидиум не садится. Поэтому, чем раньше и лучше у нас зреет лоза, да, тем меньше у нас будет с ней проблем. Дальше смотрим различные пятнышки. Вот такой может быть рисунок. Вот такой. С красным, друзья мои, это не болезни.
это, скажем так, осень. И несмотря на то, что день, когда я снимаю ролик, это 31 июля, ну, даже обратите внимание, да, лоза зрелая вот уже на этой части. Поэтому для нижних листьев это нормально. Если у вас вся лоза, весь зеленый побег, да, с такими листьями, это проблема. Но это проблема минерального питания. Если это нижний лист, желтый, красный, ну вот с различным рисунком, я вам показала, вот такой. Вот такой, конечно, это говорит, ну вот красненький, там уже он желтеет, он отмирает, да, вот это говорит о недостатке магния, верхние листья забирают питание из нижних. Вот такой может быть желтый лист. Что с этим делать? Смотрите, если бы эту картинку мы видели в начале сезона, да, то явно недостаток питания подкармливаем микроэлементами. А также, смотрите, при недостатке различных элементов и рисунок на листьях может быть разный. Вот я вам вставляю картинку, да, это вот то, чего не хватает. Но повторю, что если такой рисунок вы видите на нижних листьях, а с верхними все хорошо, то и делать ничего не надо, особенно сейчас, потому что близится осень. Но в других случаях, если вы такую картинку видите на всех листьях, если вы такую картинку видите в начале вегетации, то первое, я уже сказала, если стоит сухая погода, значит полить. Если стоит сильно мокро и холодно, тоже кормить нет никакого смысла, потому что растение просто не может нормально усваивать микроэлементы, и поэтому хлорозит. Да, ну а если как бы все нормально, хочется подкормить, то проще всего не выяснять, чего не хватает, а подкормить комплексом микроэлементов. Так вам будет проще. Но у нас уже скоро осень, поэтому для нижних листьев эта картинка вполне нормальная, ничего можно не делать. Тем более, что вот конкретно у нас на этом участке было очень сухо, не было возможности поливать, и просто даже растение не могло нормально усваивать те элементы, которые есть в земле. Сейчас прошли дожди очень обильные, поэтому мы вообще делать ничего не будем. И еще, если вы видите какие-то вот такие желтые различные пятна на листиках, да, они могут быть реально различные. Может лист немножко быть деформирован, могут быть просто точечки. Опять же, как определить? Берете листочек и переворачиваете, смотрите, что здесь. На самом деле это погрызы, и это видно. И смотрите, что вы делаете. На телефон устанавливаете приложение лупа микроскоп. Смотрите, вот как это выглядит в микроскопе. Извиняюсь за качество съемки, лучше я придумать не могу. При большом увеличении любое мое шевеление рукой, даже минимально, сказывается, поэтому изображение дергается. Ну вот, видно, что это погрызы. Да. Механические повреждения. Можем найти и виновника. Ну, в данном случае, может, вот эта точечка маленькая, да? Обычно трипсы крупнее. И, в принципе, их даже невооруженным глазом можно заметить. Но зрение же у нас у всех разное. Еще бывают маленькие оранжевые точечки. Тоже клещики такие. И проще всего через лупу микроскоп посмотреть. Но у нас, видите, показать мне нечего, потому что мы обрабатываем фитовермом, поэтому тут никого и нету, только остались следы их деятельности. Поэтому, если вы вдруг обнаружили различные вот мелкие всякие пятнышки, да, вот они по-разному могут выглядеть, да, точечки всякие могут быть такие. Ну, здесь, кстати, видно, да, совсем такие вот проеды. Самое первое, что мы делаем, переворачиваем лист. Иногда это можно увидеть невооруженным глазом. Мелкие трипсы, их можно увидеть. Иногда бывают такие оранжевые точечки. Тоже вы их можете увидеть. Но если со зрением не очень, бывают они мелкие, их немного. Приложение микроскоп на телефон, все посмотрите, все увидите. И что с этим делать? Обработать каким-нибудь инсектицидом. Если у нас уже близится время к созреванию, ну, в принципе, я очень люблю эти препараты, типа фитоверм, типа октофит, они достаточно хорошо и эффективно работают, и мягкие для человека, там тоже через пару дней может быть сбор урожая. Ну и, конечно, обрабатываем
раза 2-3. Дозировки я вам не подскажу, потому что они бывают разнопроцентные. Бывает там, по-моему, 0,1, 1 и даже где-то встречал 5%. Поэтому смотрим инструкции для трипсов, там не всегда будет для винограда, ну, берем для каких-то других культур и обрабатываем. Опять же, чем жарче, тем лучше, и препарат сработает, от этого избавитесь. Раньше у нас никогда такого не было, но вот в этом году какие-то такие зверушки тоже идут. Вот такое вот на ягодках серенькое, такое, как сеточка, это тоже трипсы. Еще одна болезнь, которую вы можете встретить, не смущайтесь, я показываю на смородине, оно просто похожее. Вспученный листик, и когда переворачивается, ну здесь просто, да, мы видим каких-то жучков, будет белый пушок. Вот сейчас вставлю фотографию, как это выглядит на винограде, просто на смородине. Внешне выглядит чуть похоже. Значит, это войлочный клещ, войлочный зудень. Попадалась мне информация, что и в Беларуси он тоже стал встречаться. Опять же, увидели что-то на листике, не так перевернули, посмотрели. Если это он, ну, хорошо было бы, если этих листиков немного, их убрать, сжечь, а дальше тоже обработать. Против клеща хорошо препараты серы, ну и те же фитовер, мактофит тоже можно использовать. Еще одна из видов болезни, да, вот такое поражение ягоды. В данном случае это солнечный ожог, но примерно так же может выглядеть белая гниль. Как определить, что это? Банальными рассуждениями. Если волград, то это белая гниль. Если стояла жаркая, сухая, очень солнечная погода, значит, это солнечный ожог. Отсюда варианты, что делать. Солнечный ожог мы чем-то притеняем, какими-то легкими занавесочками, спанбондиками. Да? Если это белая гниль, значит, ягодки пораженные мы убираем. Это тоже надо убрать. Все, мы ее убрали. Значит, убираем и обрабатываем каким-то препаратом, опять же, с лечебным искореняющим действием. Каким? Я вам не подскажу. Как бы Луна Транквилити вроде должна работать от белой гнили, но по Луне я уже сказала, что у меня есть к ней вопросы. Поэтому же препараты смотрите сами. Сегодня я вам рассказала про основные болезни винограда. Конечно, есть еще, ну, скажем так, экзотические, да, есть искариоз, есть антракноз, есть еще много-много чего, но если мы проводим профилактику на наших виноградниках, то, в принципе, эти болезни вообще появляться у нас не должны. Ну, а если вы совсем ничего не делали, да, и у вас виноград растет сам по себе, вы нашли какую-то болезнь, о которой не услышали в этом ролике, ну, да, тогда уже надо потрудиться и поискать что-то еще, что это может означать. Ну, конечно же, напоминаю, что профилактика гораздо лучше, чем лечение. Да, к сожалению, профилактика не всегда срабатывает на 100%. И вот в этом сезоне мы с этим сталкиваемся. Но в любом случае, профилактика гораздо лучше, чем ничего не делать. И потом дополнительно защитить наши растения гораздо проще, чем пытаться их вылечить, скажем так, с нуля. Желаю здоровья вам и вашим лозам. На этом с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на другие полезные видео. Там будет ролик про термофильный чай, там будет ролик про схему обработок профилактических для винограда. Также будет ссылка на наш каталог, обновим мы его в конце августа, и наши контакты. Ну и до новых встреч!